Всем привет, друзья! С вами Федя, и добро пожаловать на мой 109-й выпуск под названием «Ночная сова». Вот. Сегодня я встал, помылся, позавтракал и пошел в школу. На математике мы сразу же писали контрольную работу. На втором уроке мы не писали, что очень меня расстроило, потому что я из-за этого получил неудовлетворительную оценку. Вот. На втором уроке у нас была работа над ошибками. Но исправить мне ее не дали. Никому не дали исправить свои двойки. Это какой-то бред. Я не знаю, что делать, когда не дают исправить двойки. Так не будет. Учительница не должна иметь свои права не давать нам исправлять двойки, чтобы она не позволяла нам исправлять двойки. Я думаю, что просто необходимо. Это какой-то что творится? А еще говорит, что поставила, то и поставила. Ишь ты. Совсем уже охерела. На русском мы продолжали работать в больших тетрадях. Кстати, вчера мы тоже работали в больших тетрадях. Я вам забыл вчера сказать об этом. Вот. На географии мы, конечно же, писали контрольную работу на тему гидросфера, по-моему. И там я видел, что все подглядывали в учебник. Вот я решил тоже подглядывать. Но Вегера у меня ни с того ни с сего забрала ее. Его. Я сказал, отдай, не отдавала. Говорит, получишь после урока. А хрен там плавал. Я отобрал у нее учебник. И сказал ей, вот только попробуй еще пальцем тронуть. Надеюсь, там, что там все правильно будет. Ну, троечок поставит, наверное. Вот, на английском мы делали работу на листочке. Я удивляюсь. Оказывается, Марина Борисовна еще хуже, чем учитель в классе Сережи.
Еще хуже, гораздо. Вот и сегодня была проектная деятельность. Вот. Сейчас, ребята, я успокоюсь и вернусь. Окей, друзья, я вернулся. Вот. Была сегодня проектная деятельность, как я говорил вам. Вот, и нам там классный руководитель рассказывал, говорил, вернее, про физкультуру, что нужно делать, доклад, реферат, вернее, и на какую тему нужно было спросить. Нужно будет спросить у учителя по физкультуре, что за рефераты, на какую тему. Вот. Кстати, на перемене перед математикой мы с Артёмом Чендыковым такого леща надавали Рустаму. Очень больного. И вот там по заднице побинал хорошенько. И даже заднюю часть головы в шею ударил. Причем очень больно. Наверное. Надеюсь. Мы показали ему, кто тут король. Вот, но потом неожиданно первым отпустили девочек, а мальчика вторым. Вторых. Вот я пошел домой. Вот когда позвонил папе, но я не стал рассказывать ему, что нам поставили двойку и что нам не дали ее исправить. Я сказал папе, чтобы он мне купил дневник, потому что было ему 3 дня, наверное, 2, чтобы он мне купил дневник, а он так и не купил. Вот. А потом я пришел пообедал сам. Потому что папе с Викой нужно было уйти пораньше. Вот, и он оставил мне котлетки там. Вот. Потом я стал делать уроки. Вот, и когда я стал делать литературу, там домашнее задание было подготовить какие-то черновые заготовки. Какие черновые заготовки? Еще там было написано в вопросе номер 3-4, по вопросам, наверное. Я, короче, не знал, как делать эту заготовку, готовить ее не стал, но зато ответил на эти 2 вопроса, которые нам задали. Вот. Надеюсь, меня там не будет спрашивать, где моя заготовка.
сделал все уроки, потом приехал папа. Он купил мне дневник и все сладости, которые я так любил. Но больше всего я люблю шоколадки, которые называются Линдор. Они очень вкусные. Я их буду есть и просить папу, чтобы он покупал. Вот, ну а потом я отдыхал. Поужинали, мы помылись. И начали отдыхать. Вот, ну потом... Кстати, сегодня я закачал себе на iPad игру по имени... Нет, не по имени. Под названием Icicle. On Thin Ice. Я, кстати, играл очень давно в детстве в игру Icicle. Первую часть. На, ну, флеш-часть. Вот. У меня там вообще почти ничего не выходило. И, в общем, вот так вот потом я дальше отдыхал. Вот, а потом нужно было спать, ложиться. Я папа попросил, чтобы он мне принес новые капли, потому что он все закончились. Вот, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, если хотите еще начну с собой побольше лайков. Потому что вы видели, как я расстроен был. Вот. Ну и, короче, всем пока.